Доброй раніцы. У эфире информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель». У студии працует Наталья Игнатенко. Глядите у выпуску. У Жыткавіцкім районе отбылся урочистый запуск модернизованной вытворчасти по здобыче и перапрацоўцы сапрапелеў. Студентский будаўнічы отряд приступил до работ по узвядзенні Гомельской областной дитячей больницы. На Гомельщине завершилась акция фонду миру «Дорогое слово мати». А зараз об гэтым меньшим больше подробязна. У Жыткавіцкім районе отбылся урочистый запуск модернизованной вытворчасти по здобыче и перапрацоўцы сапрапелеў. Гэтая продукция по папярэдніх оценках мае высокий экономичный потенциал. Только в нашей краине объем рынку оценивается у 20-30 тысяч тонн в год. До того же, это істотный крок на шляху Беларуси до зеленой экономики. Настасья Кучинская расскажет больше подробязна. Сапрапелі – это откладанні, якія знаходзяцца на дне прэсных водоемов долгие годы. У народе ён просто называется глеем. Сапрапель складается с дробных органичных частиц рослинного и живельного света с додатками разных минеральных речевов. Новая вытворчасть у Жыткавічах – частка проекта «Зеленая экономика». Ён реализуется у нашей краине при подтримке Европейского союза и Организации Объединенных Наций. Замежное финансирование позволило на базе предприемства «Жыткавічы Хімсервіс» реализовать пилотную инициативу по отриманию высокоэффективных органичных удобрений шляхом глубокой перепроцовки сапрапелю. При подтримке проекта набыли сучасное обсталявание, наладили вытворчасть, якая не только приносит прибыток, але и поляпшая экологию. Здесь оценивается порядка 80 миллионов тонн сапрапелей, которые можно добывать. Сейчас добыча составляет порядка 30-40 тысяч тонн, но в ближайшее время, благодаря реализации этого проекта, эта добыча может быть доведена до 100 тысяч, до 100 тысяч тонн и более. Пример вот этого озера Червоного показывает использование природных ресурсов с экологической составляющей. Очень важно то, что вот это озеро, очищая от сапрапели, мы его углубляем, создаем условия, удобное для жизни рыб и для жизни вот тех птиц, которых мы видим здесь. Сапрапель здольны хутка повышать урадливость глебы, поляпшать ее структуру и уластивости. Что важно, ён экологично чистый. Основными спожуцами перапрацаванага сапрапелю з'являются предприемства агропромыслового комплексу. Поставляет такое удобрение и у гандлёвую сетку. Другой значной нишей для реализации продукции з'является нафтогазовая галіна. Продукты сапрапелю жыткавіцкай вытворчасці уже знайшли покупников не только у Беларуси. Яшчэ некалькі потенциальных дамоўленасцяў об сапрапелю находятся у распрацовцы. Высокая рентабельность вытворчасти и ее экологичность дают подставы и для больше амбициозных планов. Вторым траншем из Евросоюза нам выделена тоже определенная сумма денег на переоборудование этой линии. Я думаю, через полгода мы с вами встретимся, и я покажу новое оборудование, которое действительно будет даст экономический эффект. Но прежде всего я говорю, что добавятся рабочие места для людей, получится хорошая добавленная стоимость будет, потому что новое оборудование, оно предусматривает, так скажем, новый выпуск новой продукции. Настасья Кучинская, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». 12 миллионов долларов планируют инвестировать в ближайшие годы в реализацию своих проектов новые резиденты свободной экономичной зоны «Гомель-Ратон». С початку года администрация зарегистрировала 5 новых предприемств. Какую продукцию вырабатывают резиденты СЭС, где шукают рынки сбыту, и какие новые проекты плануются до реализации, высветлял Евген Пабаловец. Вытворчасть упаковочных материалов – один из основных керунков деятельности предприемств свободной экономичной зоны «Гомель-Ратон». Фактично, тут сформированы своеобразный кластер по выпуску как сыровины, так и упаковки практически для всех видов товаров. На этом предприемстве с немецким капиталом выпускают высокобарьерную пленку для упаковки харчовых продуктов. Вот это обсталевание абсолютно уникальное не только для Беларуси, а и вогуле в свете. Кожная такая линия выпрацовывается по особистым проекте и не мая аналогов. Тут вырабатывают пленку, якая складывается из 9 слоев. Опрацовка яе на водянистом барабане позволяет отрымливать выключно прозрыстую для такого класса пленку. Вытворчасть упаковочных материалов – третий проект немецких инвесторов на территории Гомеля. Амаль 70% продукции предприемства экспортуя. Первый проект, первый завод был образован в 1995 году, после которого инвестор, убедившись в том, что условия здесь стабильные, рынок
соответствует тем его ожиданиям, планированию которого, он открыл в 1998 году второе предприятие. И в 2011 образовано наше предприятие, которое, как вы видели, здесь оснащено самым современным оборудованием. А это предприятие – один в регионе вытворца пластиковых деталей для сельскохозяйственной техники. Тут распрацовали новый напрямок и уже через год планируют начать выпуск продукции для будовнейшей галины. У нас несколько сейчас в работе инвестиционных проектов новых. Один из них принципиально новый – это наша собственная разработка. Она будет использована и востребована в строительстве. Это декоративный утеплительный материал. Только в этом году администрация СС Гомель-Ратон зарегистрировала 5 новых резидентов, у лику яких представники прибалтийских держав, Украины, а так само Беларуси. Зараз разглядаются документы на регистрацию еще 2 резидентов. Вся продукция, которая производится на территории свободной коммерческой зоны, она экспортоориентирована. Частные компании, они поставляют до 90%, некоторые 100% продукции на экспорт. Ряд позиций, они не производятся не только на территории Республики Беларусь, но и на постсоветском пространстве. Резидентами СС Гомель-Ратон являются 80 компаний 16 краин. Лидеры по инвестициях – Германия, Россия, Украина, Литва. За 20 годов работы свободной экономичной зоны тут было створено 10 тысяч новых працовных мест. Новые резиденты планируют працовладковать еще амаль 1000 гомельчан. Евген Поблавец, Валерий Хапанько, телерадокомпания «Гомель». На гомельском заводе «Литяй Нормали» прошел выездный городский день аховы працы. До уделу были запрошены представники больше, чем 60 предприемств. Специалисты проанализовали основные причины вытворчего травматизма и вызначили меры поляпшения ситуации. Тему протягнет Дмитрий Котов. Гомельский завод «Литяй Нормали» – буйное предприемство, где зараз працует больше, как 4 тысячи человек. Вытворчесть связана с певными шкодными факторами, которые могут негативным чином уплывать на здоровье людей. На предприемстве распрацевана специальная программа, у которой отзначены основные накерунки створения безопасных умов працы. До прикладу, на Злине есть пожарное депо. За ситуацией круглосуточно сочат выратовальники. Амаль что тыдень проходят и мобильные проверки. Кожного специалиста нечакано могут проверить на рабочем месте на конт выконания правилов аховы працы. Для тех, кто робить это бездокорно, предугледжены меры материального стимулирования. У нас стимулирование происходит, у нас есть и коллективное, значит, материальное поощрение. Если цех не допустил производственного травматизма, по итогам за год коллектив цеха и структурное подразделение получают премию. Как правило, городские дни аховы працы проходят на предприемствах, где были зафиксованы несчастные выпадки. Злин, на жаль, не стал исключением. 2 человека сёлета отримали травмы. Коли казать об агульной ситуации на городских предприемствах, то потерпели 13 человек. Зафиксованы 4 выпадки со смертным исходом. Надо работать более в средствах массовой информации. Возможно, что надо доходить до трудовых коллективов, значит, чтобы, к сожалению, более 50% это вины нанимателей, то есть производства нет, а есть вина, к сожалению, пострадавших самих. Колькость несчастных выпадков на вытворчасти у сравнении с минулым годом скоротилась. Однако, покуль яны фиксуются, это подстава удосконаливать работу по створению безопасных умов. У первую чергу каждому работнику треба памятать про особистую отказность за свое життем. Частей за все причинами трагедии становится бестурботность и неуважливость. Дмитрий Котов, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». До інших тем. Студентский будовничий отряд долучился до работ по реконструкции областной дитячей клиничной больницы по улице Жарковского у Гомеле. На открытии молодежной будовли побывали наши корреспонденты. Фундамент здоровья будущих поколений узведет теперешние, причем у прямым сенсе. До реконструкции Гомельской областной дитячей клиничной больницы будовництва нового корпуса долучился студентский отряд Белорусского державного университета транспорта. У працовный шлях молодых людей урочисто отправили представники БРСМ и керавництва больницы. Основной период, когда у нас пик был студенческих отрядов, он уже закончился. Это был летний период. Наши студенты трудились и в Рогачеве в подготовке дней письменности, и на других строительных объектов. Но этот объект, он будет, наверное, самым важным и самым объемным по видам работ. В день открытия молодежной будовли членам отряда уручили будовничие каски и перерезали червоную стужку. До речи, инициативу працевать тут выказали сами студенты. БРСМ, генеральный подрядчик и улады идею подтримали. А у конце жнивня облвыконкам надал этой будовли статус молодежной. Покуль на ее будут працевать 15 человек. В ближайший час долучатся еще 35. Молодые люди будут приходить на працу после учебы на протягу всего будовництва. Стройка очень важна, потому что
изменились критерии выхаживания детей. И, конечно, назрел момент строительства новой детской больницы. Поэтому больница необходима, условия новые необходимы. Вот, и думаю, что строят ряд. Тоже поможет в строительстве и ускорении строительства этих корпусов больниц. Реконструкцию и будовництво нового корпуса детской больницы планируется ожыццявить за 2 года. Першим допустить до процесса студентов, с ними провели инструктаж и специальную стажировку. Тут они будут працевать на будовництве фундамента и вести подрыхтовчую працу. Мы готовы все выдержать, ведь строим детскую больницу, которая пригодится детям молодым. Поэтому сердце рвется, горит. Кровь в венах бурлит. Строим, работаем. Ганна Ковальова, Сергей Нігеревич, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель». Сегодня в областном центре пройдет городский этап отбору проектов республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Он накерованы на пошук лепших идей у разных сферах, которые могли быть корыстными для громадства. Авторитетные эксперты, а это резиденты Гомельского науково-технологичного парка и поспеховые предпринимальники города, встретились с молодыми авторами, как передать им веды и технологии. Так само предугледжена презентация актуальных махчимостей у белорусского и международного рынка инвестиций и отбор наибольш цікавых и перспективных идей для их дальнейшей коммерциализации. У регионе завершилась акция Фонду миру «Дорогое слово мати». Сёлета она прошла в 6-й раз. Традиционно гоноровыми гостями урочистости становятся жанчыны разных поколений. Сёлета до уделу запросили больше, как 1300 жихарок Гомельской области. Громадская миротворчая акция «Дорогое слово мати» сёлета ладилась у 3 городах Гомельской области. Ранее урочистое ушанование с уручением подарунков жанчынам прошло у Будокашалёве и Калинковичах. Гомельский колледж мастерства и Мясоколовского гостина сустракал представниц Брагинского, Лоевского, Рычевского, Добрушского районов и областного центра. Сярод запрошенных – жанчыны разных профессий и узростов, але усе яны маюць аднолькавый жыццёвый ориентир. Гордо несуть статус мати. Моя семья – это мои дети. Дети, которые не по крови, но по духу, по разумению. Это дети, которых я учила, которые достаточно часто называют меня мамой и обращаются за советом. И сейчас, даже живя в далеких странах, они со мной общаются, и это греет мое сердце. Да, у меня действительно большая семья. Я, муж, у нас 5 замечательных деток. Детки ходят в школу, уже в сады, уже полностью вошли в школьную жизнь, скажем так. Мы и дом строим, и карьеру строим. Вот. И одновременно дети растут все сразу. Часто жанчын называют слабым полом, однако на самой справе это зусім не так. Каб нарожать детей, заховывать спокой и мир у семьи, будовать карьеру, заниматься громадской деятельностью, потребны характер, да и шейки. У якости запрошенных гостей на урочистых сустрэчах молодые шмадетные мати, ветераны войны и працы, жанчыны с активной житевой позицией, громадские деячи, а так само жанчыны с лику керовников. Подтримать их у добрых починаниях, выказать слова пашаны и поваги – головные мэты масштабной громадско-миротворчей акции. Мы хотим еще раз поднять роль и значимость матери и в семье, и в обществе, и матери как общественницы, и матери как руководителя, и как производственника и так далее. Прежде всего мы хотим отдать дань благодарности этим замечательным людям. Людям, на котором, собственно, держится мир, держится планета и все на свете. Александр Лупиненко, Наталья Игнатенко, Ігор Марышенко, телерадіокампанія «Гомель». Гэта, а так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайте у інтернеце по адресе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студы працавала Наталья Игнатенко. Мы сочым за развіццём падзей у Гомелі в области. Заставайтеся з нами.